Областной противотуберкулезный диспансер держит курс на расширение. Увеличить свою территорию планируют за счет соседнего здания бывшего 6-го роддома. Реконструкция помещения началась около 5 лет назад. За это время строители положили здесь новую кровлю, заменили коммуникации, полы, окна, сантехнику и выполнили часть отделочных работ. В этом году большой ремонт продолжится. График, объемы и качество работ руководство области проверяет лично. Мы на этот год выделили 12 миллионов. Сегодня самая главная задача – это четко спланировать работу строителей, чтобы эти деньги были освоены. Там фактически одна из глобальных проблем – это организация строительства котельной. Так, ее обещают, она модульная будет котельная, поэтому ее смонтируют быстро. Так, вопрос по электричеству, подключение к электрическим сетям, потому что там вопрос непростой, ну и отделочные работы. После реконструкции в новое здание переведут часть пациентов. Корпус будет рассчитан на 120 коек. Это поможет разгрузить диспансер. На лечении здесь находится более 1500 человек, а это в несколько раз превышает допустимые санитарные нормы. На сегодняшний день у нас по санитарным нормам на одного больного должно быть 7,5 квадратных метров. У нас в областном противотуберкулезном диспансере 3 квадратных метра. У нас службы работают, в общем-то, тоже на ограниченных площадях. Вот у нас лаборатория недостает площади 2,5 раза. Также на этот год запланирован ремонт в детском отделении. Здесь приведут в порядок палаты, коридоры и установят кондиционер. Необходимые для реконструкции 400 000 гривен выделят на ближайшей сессии облсовета.